Коллеги, здравствуйте. Вчера после матча на пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба «Динамо Москва» Марса Улички. Для начала ваш комментарий по матчу, Марса. Комментарий по матчу, можно сказать, я был доволен, не хватает 3 очка. Команда, честно скажу, сыграла хорошую игру в защите, в дефензиве, очень хорошую, потому что мы соперника не впустили до нějakého важного momentu, do zabitia gólu. I k sežaleniu nakonec soperník zabil 2, nebo my jemu podarím 2 góla. Momenty, ktoré byli u nás ve vtorém tajme, dolžili mi zabiť ten vtorý gól. I nechať čugovať spokojne, doigrivať igru, ale kontinuovat Harašok, tak by tam zakrývat i zašišat ty zóny v defenzivě i vychodit na ty bystré kontry, které u nás poručali tolko vždy ten poslední udar poprostu nechvatal. K seželeniu těžolo gavarí, no, po posle takové igry, kde думаю, že команда показала как бы хорошие эмоции, позитивные вещи на поле, ale уходишь с поля как проигравший. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Для какого чемпионата, Марса, спасибо за хорошую игру. Вопрос по Лещуку, да, 2 одинаковых гола, наверное, ну, все согласят, что 2 его ошибки. Как вы их прокомментируете? Прокомментируете вы игру? Насколько это скажется на нем психологически? С чем вы это связываете? Да, и когда я пришел в раздевалку, всем поблагодарил как бы за то отношение к игре, интензиту игры. И сказал Игору, что в жизни не бывает всегда все розовое, да. Сегодня, к сожалению, эти 2 гола идут на вратаря, потому что это были легкие стрели, да. Кто же может говорить, что не надо оставить соперника бить, да. Но мы тоже были до ворот, они тоже, але эти два удары очень легкие, и там, к сожалению, не знаю, но получилось, как получилось, да, и это были 2 подарки, как бы, Спартаку, потому что они до тех моментов вообще, как бы, загрожений важных у нас не было. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Марцел, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу вас поблагодарить за хорошую игру. Видно, то, что после Ростова вы провели работу над ошибками и практически сегодня не давали Спартаку ничего сделать. Вот меня просто интересует, вы просматривали наверняка матч с «Зенитом», что полезного вы там для себя подчеркнули? Понятно, что человек смотрел их игру, и человек, когда они играют выше, стараются играть как бы 4-1-3-2 на флангах Зинковский, Банданда, або сегодня играл начало Медина. Это значит достаточно быстрые игроки, которые умеют играть в 1-1 и стараются как бы на флангу сделать такие мини-бербу 3-2. Trojúgelník 3-2 s krosem do štrafnoje, ale Zinkovský zleva na pravou i jakoby v stron na penalty, tam, kde vždy nachodí se Sobolev, Ugalde i ještě bývá je tady někdo, kde to značí. Tam oni dělají davlění na ty krosy, které jdou v stron varot, nebo v stron varot, pravá noga, z levé strany pravou nogou do varot, a tak. И на этом мы готовились, я думаю, уже в первом тайме там 3-4 раза Зинковский это пробовал кросс через свою правую ногу, но у нас все получилось сохранить. На
наконец, можно сказать, он второй гол, да, переходил через фланг, мяч как бы под себя, но то был удар, который должен лишь сохранить, да. Готовили на их фланговую игру, скорость и то, же мячи за спину, да, это значи, не всегда буду искать короткий пас в середине поле, будут ситуации, где они сначала будут искать ты мячи за спину и потом идет подбор мяча, как идет борьба. И это вообще можно сказать, все хорошо ребята отрабатывали. Плюс еще одна такая вещь, когда они уже стоят в атаке позиции на половине соперника Зобнин и левый защитник Хусевич, да, правый левый. Они заходят до середины, как две шестерки, да, помогают туда еще. Takže tam, aby Mumy i Pitelo хорошо dorabatovali svoje zóny i pomagali vždy levému i pravému zaštitníku. Takže i je to vše, oni dělali хорошо, čestně skážu, plus ještě, možno skázat, náš bystrý přechod vpřed na kontrataku, možno skázat, je to сегодня měli хорошие parametry. Toľko, že k seželeniu Ťuka mohol zabiť, da? Možno Fedia ešte potom takto, že i jediný očень krásivý moment, kde Ťuka byl z poloviny pole, nebo ešte zbolšie za polovinou pole mjač i popruboval, videl, že vratar vysoko i je to masterstvo igraka, ktorý tak vidí, je to atlične. Marcio, спасибо за почтительный первый тайм, вообще в целом за игру. Спасибо. Вы хотели бы еще встретиться с Спартаком в этом сезоне? Возможно, что Динамо и Спартак встретятся на кубок. Очень и рад. Вы сыграли уже 4 игры. Первую проиграли 1-4. Да. Вторую 0-1 играли лучше. Третью 3-0 играли еще лучше. Сегодня, хотя и проиграли, опять играли лучше, чем предыдущие. Может быть, следующая, пятая будет более удачной. Чем сегодня? Я бы хотел, чтобы мы еще встретили, например, в Кубаку, но надо сначала побеждать в Оренбурге, где нам будет тоже тяжело. Поэтому, але как бы была возможность встретиться еще один раз со Спартаком, это бы было хорошо. Можно же, будет та победа. Есть ли еще по матчу вопросы? Марсел, считаете ли вы, что первый гол немного надломил вашу команду, именно с точки зрения, что вот все вроде складывалось, получалось, но ошибка там индивидуальная? Ну, я думаю, уже нет. Как бы, да, понятно, это был как и удар на минуту, но не было так, как с Ростовом, что бы потом мы там 10 минут искали сами себя. Я думаю, že i ti hráči, kteří vchodili v hru, jak Fama, Fedia, nada, protože ta hra byla dostatečně intenzivná i hráč, který vychodí na zamenu, je to ne vždy lehko srazu zabrat to tempo hry, da. I já думаю, že Fama v sredine pole pomohl, to je dostatečno i тяжело так сказать, потому что у Спартака не были как бы опасные моменты. Они как бы да, катали мяч достаточно далеко от наших ворот. Мы хорошо прикрывали эти зоны. После потери мяча всегда были хорошие выходы с нашей половины на половину соперника. И там сегодня это был вообще больше, к сожалению, подарок нашего брата на сопернику, так скажу. И последний вопрос. Марсел, Зенит в этом туре победил, Штандарт победил, Динамо проиграл. Можете ли вы сказать, что для Динамо чемпионская гонка закончилась или вы все еще в ней? У нас уже если Зенит победил, это значит разница 6 очек, да, и для команды как Зенит это уже достаточный запас, чтобы он спокойно достигнул своего цела. Понятно, мы еще принимаем Зенит дома, и
Zenit играет с Краснодаром, может все случиться, але на сегодняшний день для нас та гонка за чемпионство уже очень-очень далеко, маленькое проценто для нас. И нам надо тоже смотреть сейчас на то третье место минимум, потому что ЦСКА выигрывает, Спартак выиграл с нами сегодня, да. Не знаю, Локомотив как играл. Выиграл тоже, уже Локомотив выиграл тоже. То значит, вы видите, что там тех шесть команд идут очень плотно за собой, поэтому сейчас можно больше думать, аби мы не потеряли то третье место и Кубак Оренбург, который нас ждет за 10 дней. Коллеги, спасибо, завершаем конференцию. Спасибо большое, хороший вечер всем. До свидания.